вот это оригинальная форма томатов из Южной Америки, из Перу, с высот выше 5000 метров. Это семена оригинальные, нами присланы были нам из Южной Америки. Они взошли, дали растения, и растения хорошо себя чувствуют у нас в открытом грунте. Это дикорастущий вид томата. У нас получены гибриды с этим видом томата. Мы их изучаем, эти гибриды. Ну и растения можно использовать только как декоративные. Плоды несъедобные. Вот это плоды вида ликоперскому хирзуту, волосистого томата. Они несъедобные. В свежем виде. Да, они будут несколько крупнее, чем то, что вы видите сейчас. Вот. Используется как источник устойчивости к болезням, ко многим болезням у томатов. Скрещивается достаточно неплохо с культурным томатом, дает жизнеспособное, мощное потомство, которое обладает самыми разными признаками. Поэтому то разнообразие, которое у нас, видите, оно во многом благодаря использованию вот этих дикорастущих видов в селекции.